Он уже сам упал. Вместе с ним туда упаду. Тяни. Давай. Лер. Да я не могу, серьезно. Да все, давай тяни, ты что, хорош, блядь. Тебе неплохо? Уже плохо. Нельзя в якорь его заводить. Держи. Всем привет. Привет. Вырвались сегодня в Астрахань, ребят. Поехали за новыми эмоциями. Надоел нам карась на Дону. Сазана нету. Ле кричать, наверное, будет, да, 3 дня? Поклевок. Такая вот красота. Волга какая. Осталось совсем немножко. Километров, наверное, 170. До Астрахани. И от Астрахани, по-моему, 60 там. Заедем, пропуска заберем. И на базу. И сразу же на рыбалочку. Выехали мы в 1:00. Сейчас уже 5. Осталось совсем чуть-чуть. Встречает нас такая злюка. Уф, злой. Все, доехали. Поднимаемся. Оба. В комнате холодно. 41 сейчас показывает прям. Сейчас быстренько собираемся. И в путь дорожку. Ну как тут? Как ли ощущение? Все, нам вот так приготовили. 3 кроватки. Никого на этаже нет. Поесть есть. Ребята, жара страшная. Да, жаре, блин. И тут вот. Тут 4, видите. Грузимся потихоньку, ну жарень. Прям еле-еле ветерок. Это, по-моему, не ветерок, а течение. Вот они, красотки, стоят. Смотрите, сколько лодок. Вот это наша. Сейчас загрузим. Оба и попрем. Сом сазан у нас в прилове сегодня. Надеюсь, будет. Ну, тут я еще ни разу не разочаровался по рыбалке. Будем надеяться, что сегодня оторвемся. Красота. Душа поет. Хоть и жара. Встали на точку, закидываемся. Нормально так? Ну, лучше поближе, чем. Поближе? Да. Вот это убираем. Все, готово. Дядя Миша свои тут макушатники. Мы один свой закинули попробовать. Что будет? Посмотрим. Смотри, там леска тонкая. Взял? Ну, кто-то есть. А, тут у дяди Миши вещь перекручена. Сазан. Потащил сразу. Спокойно, не затягивает опуску. Там тонкая веревка. Астрахань? Он везде пузыри всплыли. Ну вот и туда еще кидно. А, что, ушел? А, нет, сидит. Сюда подходит. Подсак, да? Лер, бери подсак, давай учись. Подсматривайся быстрее. И... потихонечку. Черт, дуб... не дрыгай, лети. Вот этот. Все, иди давай. Давай, помогай. Слушай, что тебе Серег будет подсказывать. Вперед туда заскакивай, на нос, Лер.
только тогда, когда уверены, что может уже. Он должен его подвести до конца. Ну неплохой такой. О, буксует. Как он жить хочет, да? Взяла и все, не подымай. Подсак в воде его держи. Вот в воду прям вложил, да? Да. Не надо в воду, не надо. Они тебе неправильно показывают. Вынес воды, вынес воды. Он видит подсачник. Не подойдет да. Никогда к подсачнику. О, ну, хороший стой так такой, и жди. Такой прям неплохой. Ты гляди, как он долго. Тут еще ж, Серег, течение не как у нас, блин. Да он это, да я не сказал, что такой сильный. Мне кажется, такой же, как на Дону. Но он прям такой неплохой давит, хорошо. Хотя бы увидеть, бля. Удочка еще такая, да, какая-то спортивная. Не, нормально, я еще тоньше ловлю. Просто спиннинг я взял. Купили жереха ловить там этим. А, он подсек себя. Ну, такой. Килограмма 3-4. Да. Просто вот эти зеленые вообще мештяковые спиннинги. Ничего, просто ее прижми ногами, если она улетает. Сколько прошло? 15 минут? Ну такой, ну зато это. Адреналин бьет. 15 минут вот сидим он. Да, 15 минут. Ребят, приехали, закинули. Удочек, конечно, много. Ну 15 минут и вот готово. А как найти одной? Да, одной удочки не найдешь. Смотрите, какой красавчик. Если он хочет, может. И время вообще не его. Да. Слева, справа. Ну куда ты пошел, друг мой? Вот его морда-то кверху. А он подсекся, дядь Миша. Вторым крючком. Он прям спод низу как-то взял. Ну, по этому боку не идет. Спокойно, не тянись, не тянись. Пусть он подведет к тебе. Все, да. Все, да. Молодец. Подсак ровно держи. Вот, все. Сейчас Серег тогда возьмет. Видишь, как хорошо? Ну да, Глюк. Ну смотри. Красавчик склеит. Угу. Ну что, я открыл, так сказать. Астраханского сазана. Видишь, он на дне стоит, вот там пузырики пускают. Да, он кормит. Ну и вот там и идет пузыри, вон с той стороны все. Сазаны мешают. Вспомните, как их брать. Ну, покажем, как его там одевает. Да самому бы вспомнить. Ну вот эту ерунду прокалывающий этот хрящик. В смысле, лампочка? Сколько мне писал живодеры. Ребят, все мы мясо едим. Вот она лягушка. Ну, покажи вам. Просто за лапу, да? Да. Сазана будем ловить. Я почему назад опускаю? Они клюют сзади. Ну нет, чтобы не мешать это. Итак, дорогие друзья, мы на Кольском полуострове. Друзья, хочу посоветовать вам интересный канал «Простые парни». Недавно они съездили на очень дикую рыбалку, так сказать. Уже она у них на канале. Можете перейти, посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. И пишите в комментарии «Привет от Влада». Приятного просмотра. Лех, смотри, смотри. Давай, давай, давай! Давай, с другой стороны. Спокойно. Есть? Да, есть. Все, сейчас дядь Миш на полчаса будет криков. Неудобно? Пробуй. Он не сопротивляется. Да ты погоди. А он еще просто не понял. Клиенты приехали. Давай ребенок достань. Давай ребенок достань. Вот такая херня всплывает. Сазан. Упустили. Упустили? Ну а эмоции были у ребенка? Ну что, ну, расстроились. Расстроились? Че говоришь, дядь Миша? Ребенку дали тоже вытащить. Упустили, говорит, такая фигня, блин. Ну что-то он пока фрикцион не тянет. Подождите вы, ну что же вам сразу... Тяни шустрее его, тяни, он подлезет. Попускай, Лев, ты не попускай никогда. Одно, видишь, к тебе подходит. Во. Он может быть разведчик. Не надо прослабляться. Смотри, пузыри, ну он точно торпеду подлезет. Там точно крупный. Там точно, видимо, крупный. Ну не сильно. В садок не давай. Ну такой. Подводи, подводи, подводи. Не попускай его никогда. Лев, ну ты чё? Молодца, все, поняла? Все? Ну этот поменьше. Ну конечно.
Дядь Миша, садок его? Не, нормально, он едовой. Ребенок, как тебе? Классно. Чем побольше будет. А сама, ё-моё, мы тут, наверное, у нас уши, наверное, заложат от крика. О! Стоп. Он сейчас устроит на дискотеку. Так, сюда. Вот это уже, вот это уже похож. Похож, да. Сейчас возьмет. Да он уже теперь сидит там. Ага, сидит. С другой стороны. Не попускай. Не попускай. Фрикцион. Не крути, не крути, держим натяжку. Так, Вер, надо на это. Он сюда, на тебя шел. Оказывается, ребята, он шел сюда. Вот он! Ухожу! Все, а мы уже руки опустили уже, думаю, все. Ага, все, бросили, камеру выключили. Да. А ты как же? Ну встань на нос, тебе удобнее на нос? Да, не надо, он горячий, он сейчас надо даже тебе. Давай его. Садок, Рио. Как юка его. Или прямо не надо, да, вот так. Без рывков, плавно, плавно. Потихонечку. Вот подтянула и тяни. Когда опускаешь спиннинг, ты подтягивай катушкой. А тут его... Не идет? Подержи чуть-чуть его, помучай. Как на лебедке его. Да. Как так бьет? Главное, спиннинг не упусти. Гля на нее. Тяжело? Вот они, астраханские эмоции, да, Ля? Ой, это я не могу. Ну, постарайся. Тяни, кого не можешь? Да сейчас. Отдыхать, что ли? Да, мне прямо... Колбасы принести. Договорись. Колбасы принести. Вместе перекурить. Принесите. Ты не попускай, ты опять попускаешь. Я не могу. Вот, подтянула, теперь держи спиннинг в натяжку. Вот, держи, натяни спиннинг. И крути потихоньку катушкой, а спиннинг попускай вниз. Можно я отдохну? Можно я отдохну? Лера, а если сама ты будешь тянуть? Давай. Вот это эмоции. Не дергай. Плавно приподнимай, плавно. Вот, поднимаешь, теперь попускай. Блин, ну не можешь она понять еще это. На одном месте. Ну, может, она хочет эмоций больше получить. Как его вытянуть? Коту. Ле, смотри, дай я тебе покажу. Смотри, смотри, спинник подтянула вверх. Теперь крути. Чуток попускай. Вот крути. Крути и попускай. Оп. Теперь спиннингом. Оп. Давай, чуть-чуть я тебя подтяну. Подожди, подожди, чуть-чуть подтяну. Ты устал уже, что ли? Не могу уже. Тяни. Тяни. Нормально, он не подойдет к садку. Да я боюсь, что на вторых крючках. Чего, ты устала? Я не могу прям, у меня рука сейчас отвалится. Давай, давай крути, Лер. Не позорь. Подтяни его, да, просто сиди. Вот сюда, руку вот сюда поставь, да пускай, палец, возьмёт, палец вот сюда, все. Задевай. Да, 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 да. Задевай. В бок выводи, выводи, молодец, подтягивай. Он уже сам встал. Вместе с ним туда выпаду. Тяни. Давай, 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 давай. Лер. Да я не могу, серьезно. Да все, давай тяни, ты что, хорош, блядь. Тебе неплохо? Это плохо. Подержи, пожалуйста. Всю дорогу мучить. Давай. 600 километров. Теперь еще. Че, ты отдохнешь? Сейчас у меня. О, вот он. Вот он, давай, держи. Как увидела? Давай, подымай, все, подымай. А если на 12 килограмм будет, что делать? Взял, Ле, взял, я его взял. Ты взяла, попускай. Давай до конца делай, что ты? Фух. Попустила. Ребята, забей. Можно я удачу сказать? Сядь, ё-моё. Тихо-тихо, спинник, спинник, спинник. Ле, смотри, какого красавца тут. Сейчас он у меня может прыгнуть. Оба. Тихо-тихо-тихо.
конечно, давайте у меня здесь срать, чтобы эту рыбу еще не... Да мы помоем. Давай. Ну, сними. Сколько он человек? Три где-то. А что ты на 8 будешь делать? Ну, надо удилище. Ей надо удилище пожестче и леску. Больше, тяжелее удилище, она быстрее встанет. Ну, да. Лер, мы еще на сама не ездили, а? Ты че? Да, еще жарко. Жарко? Давай это. Невозможно. Иди сюда, выходи. Чтоб тебя сом снял. Тащи, блядь. Зачем ты это делаешь? О, Байтранов. О, все. Все, он сойдет. Подожди. А он все узел. Да давай распутаем, успеем. Успеем? Да конечно, чего-то. Я его перевернул. Да он перевернулся. Криктон лучше прославить. Сидит, по-моему, да? Да он уже пошел там гулять уже. На все члены. Просто криктон прославить. Набойл он твой. Набойл. Есть, сидит? Сидит. Ну, я и закидывал далеко. О! Он как ждал, как это скажет, без поклевки. Ага, прям. Ну, его шумахер. Удилище, ребят. Вверх, вверх, вверх. Брайан. Да, он там. 3-3. Добрый разгулялся. Да, там ему клетни дали за вот этого косяка. Он уже прошел одну снасть точно. Ну, и вторую тоже. Он играется. Сюда на меня выводит. Угу. Да не особо он такой. Этим спингом, конечно. О, не. Хороший. Этим спингом. Нормальный. На бой взял. На нашу донскую снасть. Заглотил бойл. Тихо, тихо, тихо. Лысому фиг целовать. Хороший красавчик. Как Лена, наверное, вытащил. Правда, он мне тут запутал. Красиво все. Серег, теперь твой. Не пойму, еще течение ли он. Сейчас подыграем. Да, пошел, чуток. Смотрите, ребят, стаскивает. Вот так стоим на сазана. С другой стороны стоит на сомик. О, чую прям, как бьет в удилище. Хитрый какой, да, заяц? А, пошел туда, к этой. Че, пробовал, дядь Миш? Да. Да мелкий, видишь, его как тяну, как дурака. Вот так вот. С одной стороны мы ловим сазанов, с другой самов, да? Вот такой головастик. Лягушка бедная тут уже, конечно. Мясо торчит, но пускай. Поклевка была еще на нее. Оба. Ну прикольно, прикольно. Новое удилище. Рыбалка шоп. Там для сама, кстати, снастей, ребят, куча. Можете пройти посмотреть. Че, повел? Ну, что-то такое там пытается сделать. Пока не шевелимся. Догоните его. Сейчас сом за ногу хватит. Ну, погода, конечно, прям жарко еще. Ночь не спали, прям тяжеловато.
О, поклевка. Поклевка. Сазан, похоже, да? Ну да, дюбы. О. Владус, это не карась. Не карась? Нет. Это карась. Да у меня тоже, по-моему, не карась. Так, как тряпка, блин. Ну, что-то он даже не поднялся, да? Ну, да. Не входит. Убери вот эту удочку. Да я... Удочку, Валер. Нет, 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 нету. Вот эту, которая у него в ногах, возьми ее к себе. Возьми ее к себе. Ага, к себе. Еще, еще. Я ее вытянул чуть-чуть. Вот, чтобы она его не ехала. Мне кажется, не сильно крупная. Ну, что-то мы его даже поднять увидеть не можем. Ну, да, куда, 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 куда ты пошел? Может, боком опять зацепился? Приподнимай от себе. Не, не обращай. Красавчик. Ну, на 4, на 5. Ну, красавчик хороший. Ну, там крупный. Поднимешь? В общую копилку. Савчик. Такой же, как первый. Ох. Ты мне вот это вот брось. Шалить. Может, сильно там не запах. Когда пошел против течения, начал более-менее нормально. Он обращает внимание на твой груз, 100 грамм, он его тащит против течения. Крупняк, значит, да? Ух, там такая ряха прыгнула. Слушай. Ну что-то он прям совсем голодающий. Заглотил, да? Че, Олег, иди учись. Че ты смеешься? Иди учись. Сожрал? Да. Да. Вот так за две лапки бери. Взяла? Да. Крепко держи так. Прокалывай. Вот у ней. Вот, да. Оп. Теперь вторую так же. Не, ну ты лапку подвини. Вот сюда хрящик, видишь, у него тут. Не бойся. Выше, выше, где ноготь. Вот сюда. Оп. Вот, молодца. Все, видишь, ничего тут сложного. Умничка. Лев, якорь. Приподнимай его. Нельзя в якорь его заводить. Держи. Держи. Паровоз. Опять. Дядь Миш, давай сюда. Вызывайте скорую ей. Главное, сначала как будто не было. В якорь, чтобы он, самое главное, чтобы в якорную веревку не запутал. Лев, в якорь никак его вообще, прям вот не давай ему туда идти. Нихера там! Капец! Че, Серег, поможешь ей? Там хаулёк. Хаулёк какой. Я сейчас упаду. Тихо, немножко, немножко. Держи. Иди сюда, назад. Чуть-чуть потихонечку назад. На коленки. Иди назад потихонечку. Давай, Лёш, давай. Давай, Лёш, давай. Удочки. Отходи. Убирай, убирай вот эти удочки. Убирай вот эти удочки. Ты слева заходи. Вывело, вывело, все, взяли. Попускай, леску попускай. Би психов, Лёш. Все. Ты сегодня всех перебила пока. А? Давай, давай. Снимай, как ты сфоткаешься. Фоткаться будешь? Ну, сними, как ты сфоткаешься. Ё-моё. Фоткаешь как-нибудь? Да. Ну, ничего, упустишь, упустишь. Поймаешь. Ну, только давай. Ты сама только не упади. Ну, что-то этот легче вытащился, чем тот. Да, потому что удочка у тебя. Так, без паники. Так, ручки, не дай бог, кому-нибудь пальцы. Лев, отойди оттуда. Он может щепом так в коленку воткнуть. Сейчас. Отойди. На удочке. Я сейчас вытащу его, вы там потом. Давай, сфоткаю тебя сейчас. Все, выключай. Держи. Давай, давай, давай! Тихо, Владик, давай, крути, крути. На, я держи. Чуть не стыкнул. Держи, держи, чуть спинник не увел. Фрикционная чуть-чуть. Подтяни.
Видал, ляхи затряхли. Надо, наверное, убрать снимки. Наверное? Давай его подведешь, а мы там уже посмотрим. Да, посмотрим. Со всех сторон, ребят. Дядь Миша там он клюет. У нас тут клюет. Где больше будет? Лев, она сейчас упадет, по-моему, на нос. О, Серег. Нормально? Отдыхать. О, Вадик, он большой, походу. Возьмешь, Серег? Надо убирать. Я сейчас посмотрю, в какую сторону она его водить будет. Попробуй сюда, дядь, приехали. Я пробую сюда на мою сторону. Не, ну сама подсекла, да? Не. Ну спинник попер чуть не ударил. Причем я отвернулся. Ля, она уже как краном их тягает. Что-то как на ребёнке. Тихо-тихо, даже конец нет. Ну, может. Да небольшой. Маленький такой, да. Леску не бери руками. Сюда его заводи. Заводи вот под сак. Все. Такого отпустить. Такого в этот коптин. Да, попускай леску, молодец, попускай. Потихоньку. Сейчас, блин. Владос. Угу. Беру на себя огонь. Ответственность, да? Угу. Ну тут он груз замотал, правда. Угу. Такой вот вы. Угу. Красавчик. Белый. А сазан. Помоги. Чё-то, ребят, у Серёги хороший сел. Я пока окунулся, но невозможно весь смотреть красный. Ну, клюет весь день. Серёга. Да, только успели в это, скажи. В воду залезть. Да, вот только залезть. Я думал, Влад сидит, спинники дёргает. Оказывается, не он. Ну, я вроде не умел. Такой. Не, ну он хорошо прям хрустит, тем более это спинник другой. Просто на эмоциях. Вся рыбалка на эмоциях, и не поймешь, что тут может клюнуть, что тут может потащить. Смотри, не выходит и все. Дугой становится. Так он крупачета дал? Зацепился. Ну да, он туда пошел. А вот смотрите, пионер. С чем тут? А? Ле? Кого ждешь? Глю. Вот это да. Ну как ты вытащил, наверное? Лер, на твой спинник. Побольше. Да. Пока ты там. Ты побольше вытащил? Не, я говорю, вот это побольше. Не, мне кажется, такой же. Странно, тебя не похож. Ты обычно говоришь, у меня больше было, не волнует. Ну, волнишка такая интересная. Так что, где его? Да кто же его знает? Куда пойдет, туда там и возьмем. Ну вот тут. Отодвинь удочки, которые перед тобой на левые. Или вот так. Пойдешь? Давай. О, ну это он этот. Это он мой спинник. Давай, молодец, давай, подымай. Тяни вот так на себя. Все, не подымай под саком. Не надо, все, он у тебя готов. Да он больше немного. Больше? Мне кажется, больше. Такой же. Смотрите. Кабаны просто. Я думаю, то ли Владос там клюет, то ли чего, думаю, не пойму, смотрю, погребли, думаю, ну ногой, может, задел, думаю, ладно. Хорош. Ну, давай. Или ты помогаешь? Ты тут. Ты это, Лёш, спинник можно положить. Давай. Сейчас я положу. Держите открытое сердце. Открыл. Сейчас, погоди. Главное, якорь не зацепил, да? Тише. Не поломайте, потому что он на улице. Думаю, он уже крючок разогнул. Крючок разогнул? Чуть-чуть, да.
Оставь, я потом сделаю. Вот это напряженка, ребят, тут уже какой-то Санта-Барбара начинается. Я говорю, напряженка, да, какая-то Санта-Барбара начинается. Там дернет, там вытащит. Так я же говорю, опять же на этот спинник, опять же узелок, не просто печенье. Показываю астраханскую рыбалку. Надо до конца его не поднимать так. Сейчас. Но ты его не подымешь. Не тяни. Вот так немного показал. Ну все. Куда мы сейчас едем? За самом. За самом? Ну все, ребят, сейчас переезжаем на другую точку. По сазанику оторвались. Теперь пробовать будем сомика. Да, тут это реально. Можно и сомика поймать, и сазаника. Сгорели. Оцениваем видео. Всем пока. Дорогие подписчики Влада и зрители канала YouTube, приглашаем вас на базу. У нас открылась новая опция. Обучение ловли на джиг. Судака, жереха, сама. Если вы начинающий рыболов, я научу вас ловить судака, щуку, жереха. Расскажу, какие снасти вам нужны. Для первоначальной, недорогие снасти. Можно научиться ловить судака и недорогими снастями. Не обязательно быть супер-супер очень дорогие снасти. Приезжайте, звоните. Я даю уроки персональные людям, которые начинают ловить или хотят научиться ловить на джиг. Приезжайте. Подписывайтесь на канал. Блин.